Официальный сайт проекта www.vsgg.com. Всем привет! С вами очередной выпуск кибершколы от проекта World Electronic Sports. Сегодня мы завершаем тему карты The Inferno. Надеюсь, вы помните, что в прошлом уроке мы говорили о выбивании плента Б. Сегодня рассматриваем плент А. При выбивании плента А у большинства команд возникают ряд трудностей, с которыми игроки не могут справиться. После чего они осознают, что лучше бы засейвили девайсы на следующий раунд. Мы вам покажем сегодня, как можно откинуть гранаты, дабы выбить точку и записать на свой счет победный раунд. Ситуации мы будем рассматривать 3 в 3, так как обычно после размена команды остаются именно в таком положении. Скажу сразу, что такая схема работает даже если игроков атаки осталось 4, но не 5, и если вас при этом трое или четверо. Итак, переходим к основным позициям ваших тиммейтов, с которыми вы будете откидывать гранаты. Первый. Дым от решетки именно в эту часть, чтобы он упал под фонарем в больших песках. Дальше флеш в ту же сторону и флеш на балкон, дабы отрезать игрока, который под гранатой будет пытаться сделать минус или на 7, или на арене. После чего проходим в плент и ликвидируем игроков атаки. Второй. Дым от текстуры именно так, чтобы отрезать пески, но уже чуть дальше, после чего флеш в плент именно так. Посмотрите, насколько флеш перекрывает и отрезает игроков атаки, которые могут занять позиции за ящиками. Далее опять флеш в плент и поехали делать фраги. Третий. Дым под пески, флеш туда же и флеш в плент. Далее задача простая, как можно быстрее пройти в точку вместе с тиммейтами и выступать на размене и брать раунд. Стопроцентное взятие раунда мы вам гарантировать не можем, так как личный уровень игры и чувство ситуации в этом случае более важен, чем откидывание гранат. Так что нужно максимально проанализировать ситуацию и решить вам выбивать или сейвить при взятии плента А атакой. Как вы понимаете, что вся откидка была сосредоточена на пески и плент. Кому-то покажется, что сильно много гранат сосредоточено в точку и стоит больше откинуть в пески. Это ваше право, ведь мы вам предлагаем только варианты розыгрыша раунда. А что выбирать, решать вам. На этом все, я с вами прощаюсь.